Самое главное правило в зале. Я брать за собой снаряд. Я буду разбивать, наверное. А еще? Не ваше. А еще? Не, убирать за собой снаряды. Убирать за собой снаряды и еще что, за кем убирать? А, за тренером. Ну, а самое главное, если заняли твой тренажер, выкинь соседа. Да, его пизду. Че у нас? Спорт-эксперт Эвалар. Первое спортивное питание с гарантией качества GMP из России. Здорово, все. Итак, всем привет. Сегодня у нас Артем, тренировка плеч. Также вот он, Артем у нас. Артем. Так, тоже привет. Также затронем мы тему питания Артема. Сейчас мы посмотрим на его вес. Артем, давай здесь. 500 грамм сразу минус, да? Сколько у нас? 83 300, да? Угу. Ну, это что получается у нас? 11 килограмм минус. Артем, 94 начинали. Ну, рассказывай, как у тебя самочувствие, как тренировки идут? Тренировки нормально, самочувствие не очень. Что самочувствие? Сила, слабость. Желание упало тренироваться. Голодаешь всегда. Ну, это диета сказывается. Понятно. Вроде в норме. Болеешь чаще. Ясно. Как это, с размером одежды? Дела обстоят. Большая вся стала? Ну правильно, ты считаешь, сейчас 11 килограмм ты скинул за 4 недели, и до этого сколько ты скинул? Много. Килограмм 30, да? До этого. В общей сложности посчитал я 38 со 125. И сейчас. Она следит своими килограммами, да? Сколько получится? Ты сколько был изначально? 125. 125, да? Сейчас получается 42 килограмма ты скинул уже. Даже 42. Ну вот. Ясно. Так, давай сейчас начнем питание, начнем рассказывать, как ты питаешься у нас. Первый вот день у тебя начинается, твой первый прием пищи из чего состоит? Ложка, столовая ложка льняного масла, 50 грамм овсянки. А ты когда, сразу ее принимаешь? Как проснулся или как? В 7 утра я принимаю стакан кофеина. Через 30-40 завариваю кашу, итого 5 минут. Какую кашу? Овсянку, 50 грамм. 50 грамм с льняное масло, да? Перед этим, да, выпил льняное масло буквально. Угу. Все, и наработал. Ну и надолго тебе хватает? Дверью хлопнул, пернул, а опять хочу. А силы, энергия? Нет, ничего, не сил, не энергии. Психологически себя настраиваешь. Понятно. Что на работе говорят? На работе в шоке, удивляются. Ну, щадят тебя хоть маленько, спрашивают, когда ради, тебе тяжело, чего, видят, что зачем? Тебе тяжело. А? Ну, как-то, не знаю, там, задания дают более легкие на работе теперь или нет. Бывает такое? Так, а у нас кажется, все под одно. Под одно? Все одним занимаются, конечно. Нет, в этом плане я как бы не... Вообще тяжело. Не кстати, то, что... там... Люди писали, что якобы это все обман, что ты не работаешь на стройке и так далее, что откуда у тебя деньги на тренажерный зал, когда ты можешь заниматься. Артем предлагал снять день его на работе, как он работает. Как бы. Ну, сейчас пока не будем этого делать, просто... Да, это без проблем, ради бога. Ясно. Можем и вторую работу снять, но не верят, что я на вторую выложу. А вот ты вторая работа у тебя где? Центральная гостиница, охрана, в ночь. Понятно. Ну понял, ладно, все, пойдем. Сейчас первое упражнение у нас. Армейский жим у тебя, да? Да. Ну, погнали. Сейчас у нас первое упражнение армейский жим. Будем его делать за голову, потому что акцент смещается на среднюю дельту и часто также передний пучок дельты.
Ну, как вариант, в принципе, можно и на грудь можно делать. Можно на грудь, если на грудь, мы будем искать, у нас тоже будет участвовать передняя пчелодель, ну и грудная мышца. Ясно. Они не подсохнут. Ну, то есть, да, опускаем до какого уровня? Ну, примерно затылка, где-то так, уровень глаз. Ага. Чтобы не заламывал локти, главное. Не чтобы не травмироваться. Угу. Ну, и до конца тоже не выжимаем, чтобы не терять равновесие, если выжмем. Ясно. Ну, также, опять же, разминаемся с легкими весами. Так как упражнение очень травмоопасное. Это рабочий мой вес. Сейчас Артем покажет, класс. Захрустел весь. Сколько подходов, сколько повторений делаем? Делаем 5 подходов по 12 раз. Что, Артём, где чувствуешь мышцы работают? Где мышцы работают? Какие? Ну, передняя, средняя дельта больше? Это больше. Средняя или передняя? Они обе набухают. Толстая сетка, да? Колодцы. Так, у тебя какой вес-то рабочий? Колодцы для синтола набухают. У тебя какой вес рабочий? 140. То есть ты 40 килограмм работаешь, да? Молодцы. Артём, ну а второй прием пищи у тебя как второй строится? Второй прием пищи у меня 12 пол первого, 70 грамм углеводов в сыром виде, каши и мяса сырого. Сколько? 100 грамм. 200 грамм-то. Ой, 200. Артём, диета уже дается, все знают, да? Все, уже 200 грамм, да. Ясно. А пьешь что? Чай, зеленый чай, имбирь. Имбирь в основном, лимон. Понятно. Ясно. Ты что, восстановился? Много-много сахара, таблеток. А, сахар заметил? Ну, конечно. Выручает? А? Выручает? А куда деваться? А, это, когда по магазинам ходишь, печенье лежат там. Всякие вкусняшки. Я в такие сейчас не хожу. Стараюсь их избегать. Рука не тянется, это, да? За пачкой. Нет, наоборот. Нормально? Ну, потом опять же все это сгонять, как вспомнить. Правильно. Что дальше у нас? Следующее у нас упражнение жим гантелей. Сидя будем делать. Угу. Там у нас участвует также передний пучок дельт в основном. Ну, и на средний идет акцент немного. Угу. Идемте. Артём, смотри, учись, как профи делают, полечи. Ты рассказывай тут, что делаешь. Что я делаю? Жму я. Что жмёшь-то хоть? Рассказывай. Жму я дельт. Делаю. Сейчас это передний пучок дельт. Ну а техника как? Пойдет? Техника пойдет. Лопатки у нас в этом упражнении прижаты, маленький прогиб в пояснице, таз тоже прижат. То есть спину не скругляем. Жали, четко сели, смотрим перед собой. Выжимаем локти, до конца не вставляем, чтобы нагрузка с плеча не уходила.
Отпускаем до колена. Низко тоже не отпускаем, чтобы также не было подключено в локтевом суставе у нас и в плечевом суставе. Да, но упражнение лучше делать с партнером, потому что травма опасна. Ну, сейчас только поможешь. Артем, ты за сороковками полез? Да, вот еще за сороковками. Ну, сейчас через месяц набирать начнет. Сколько раз ты делал? 20 раз. Третий прием пищи у тебя, да, как строится? Третий, и в какое время? Пищи. В 5 часу, 4:30, 200 грамм мяса и 80 грамм гречки, либо перловки, либо макароны твердых сортов. Добавляю клетчатку, салат, помидоры, лук. Все это без масла, и подсолить по вкусу. Следующее упражнение у нас это протяжка штанги вдоль груди. Данное упражнение направлено на работу среднего пучка дельты. Также участвует передний пучок дельты. Техника выполнения. Становимся, ноги на ширине плеч, колени чуть подсогнуты, голову вперед. Локти идут параллельно, назад не заводим. Также можно еще сделать движение, чуть-чуть вперед подавать. Так будет больше участвовать передний пучок дельты, сейчас работать. Это легкий вес, Дед. Так, ну что, у нас сейчас уже... Что, середина февраля? Да. Я думаю, еще недели 4, и можно начинать набирать уже будет. Я думаю, так же где-то. Сейчас мы увеличим количество углеводов до 300 грамм. То есть не углеводов, а 300 грамм крупы у нас будет идти у него. А было у него 190, да? Да, было 190 где-то. 190-240 он ел у нас. Сейчас где-то 200 увеличим ему. Но по белкам то же самое оставим. Ну, по белкам у него, в принципе, там ограничений особо нет. Да, у нас как бы вес идет 84. Минимум. 2,5-3 грамма он белка получает на свой вес. В принципе, если есть, хочет, ест белки. Да. Жесткие. Да. Как это? Желток – это белок. О, нет, белок – это желток. Нет, такого не говорил. Огурцы и так далее. Тём, ты много ешь белка? А желтка? Кстати, Артем, это расскажи, как на соревнованиях-то выступил. Соревнования были, подъем штанги на бицепс. Да, были. Как выступил-то, расскажи. Плохо. Плохо? Недоволен? Третье место? Не, ну третье место все я равно. Ниже 80 выступил. Короче, бегал, там все. Главное, если встаю, 83. И вот два моих противника. Один 109, а второй 97. Нужно было мне на 10-20 слить за два дня. И все. Где я поднять-то? Я поднял, я бы второе взял. Я бы поднял. Вся проблема, что 30 сантиметров от стены. Я ее брать начинаю только поднимать. Жопа напрягается. Я от стены ее отслонил, все. Попытка ушла. Не защита. Три попытки ушло и все, но... Ну, в итоге ты сколько поднял вес? Какой? 65. 65, да? Угу. А ребята, которые первое, второе место заняли? Больше 70, по-моему, подняли. А, они 70. Оба по 70 подняли, да?
Ну и там дальше по весу. Не подняли. 65 пройден, 70 повешен. И все. Один поднял 70, а у тех по 3 попытки никто не поднял. А ты 65 поднял? 65 я? Да. Поднял. А как тогда тебя выиграли, если они больше тебя не подняли? Ну 65 я поднял, а нет, перебрать, стой. 60 я поднял, на 65 ли я нахуй сдулся? А, ты такое, 60, да? Наверное, на 60 поднимал, а 65 да, не смог. Вот у меня ушли, да. И потом был подъем, и все. Последний понятно. Подъем, кто слился, кто а что вам дали за призовые места? Нержавейку, медаль. Медаль? Ну. А грамоты тоже были? Да. А там, не знаю, спортивное питание, футболки, нет. Ничего такого не было, да? Ясно. Ну вот уже... Первая медаль твоя, можно сказать. Вторая. А первая за что? 8 марта первое место по рестлингу. 8 марта того года. Понятно. Сейчас махи. Гантель в сторону. Сейчас все нюансы и технику выполнения Виктор расскажет. Очень сложное упражнение технически. Сейчас. Есть несколько вариантов выполнения. Мы так делаем. Ну, Артема, сделать так. А в чем разница? Суть-то в чем? Да, суть-то не меняется. Вот так, если мы делаем, у нас включается немного трапеция. Если я начну еще лучше понимать, то у меня трапеция будет уже сильнее работать. Все это происходит, потому что у нас плечевая кость втыкается в акромион лопатки. Ну и чем больше амплитуда, да, допустим, тема веса, соответственно. Конечно, меньше. То есть так вот, ну там можно два раза вот так вот, можно два раза больше вес делать, чем вот так вот. Сколько повторений делаешь ты? 15. Ну, все правильно, сложнее. Дельта так включается лучше. Давануть не желает. Сколько? 35 нам нужно сейчас? Тут? Да. 44. Не может у меня 35. Битка, да? Следующее у нас упражнение тяги в кроссовере на задней дельте. Да, опять же, какие нюансы? Нюанс то, что мы лопатки стараемся не сводить между собой. Тягу делаем за счет плечевого сустава. Чтобы трапеции не подключались, да? Ну да, трапеции. Работаем также 4 подхода по 15 повторений, да? 12-15. У нас уже 12-15. Это уже здесь у нас задняя дельта работает. Да, задняя дельта немного плечок. Угу. Артем, локти чуть выше, да, кистей. Да. Лопатки не сводишь? Заднюю дельту чувствуешь, что работает? Локти выше, локти выше. Так сложнее, да, делать? Я устал, если честно, ничего не сложнее. Это все так, как я хочу. Так, Артем, рассказывай, четвертый прием пищи, что у тебя включает? Во сколько он у тебя? Четвертый прием пищи у меня 8:30. Включает филе 200 грамм и салат. Какой салат? Огурцы, помидоры, льняное масло. Чайную ложку. Во сколько ты его принимаешь? Ну,
вообще я выпиваю утром столовую ложку. Нет, этот вечерний прием во сколько у тебя? 7:30, я точно не могу сказать. Ну, не бывает все. Ну, а так вот, если вечером прижимает попозже, когда там часов в 11 кушать, что кушаешь? Лист капусты, вода. А желтки яичные? Желтки яичные? Да. Ой, белки. Ну, я их тут принимаю, но я их не стараюсь ни на вечер. Вечером у меня салат. Понятно. Так. Так, тренировка у нас к концу подошла. Сейчас маленькие итоги подведем, расскажем вообще план действий наших дальше. Великий, всемогущий, железный Артем. Вот. Значит, что сейчас у нас? Значит, по питанию меняем? Да, по питанию мы уже говорили, то что меняем. Поднимаем крупу до 300 грамм в день. По белкам оставляем то же самое, но... В принципе, ограничений нету по белкам у него. Прижимает, ешь белки без проблем, потому что белок – это желток. Спасибо, бродяги. Вот. Вообще, дальше как бы наш план действия. Разговаривал я с ребятами из Зари, с тяжелоатлетического зала. Вот. Там поступило предложение в гости к ним сходить. Так что, Артем, готовься. Следующую тренировку, наверное, это будет через 2 недели. Через 2? Да, через... На вторую. Да. Будет тренировка у тебя в тяжелоатлетическом зале, будешь приседать, тянуть, сжать тяжело в бинтах, как настоящий лифтерская тренировочка будет. Прокачать тебя, ребята, Зари, так что настраивайся. В таком режиме сейчас пока, да, 4 недели, я думаю, да, до середины. Да, потом начну набор. Качественную массу будем набирать. Вот, Артем, так что маленько осталось, дальше будет полегче потом, потерпеть чуть-чуть осталось. Ну, потерпи. В принципе. Сколько ты уже? 4 недели? Да, ровно месяц. Все зависит. Ровно половина. Ровно половина. Вот. Ну все, ладно. Будем прощаться. Всем пока. Всем пока. Давайте. Артемка, давай. Клешню свою. Клешню.